А вот эта сопка Шошина. Вот. Там. Так. А вон там, где антенна, это сопка Буссе. Ну, виды там тоже хорошие. Ну и вот виднеется уже бухта Золотой Рог, Золотой мост. Там красота, все как на ладони. Вон они, местные жители с собачками гуляют. А вон там мост на Русский остров и сам остров Русский. Здесь какая-то антенна стоит непонятная. Связи, наверное. Красота. Там внизу Валяева, туда дальше школа милиции, Котельниково, третья рабочая в ту сторону. И вот с Валяева сюда уже пошел зеленый угол, так скажем. Всякие автомобильные магазины здесь вот, вот так вот. Ну и вон машины виднеются. 71-й микрорайон Нейбута, вон там дома пошли, виднеются трубы ТЭЦ-2, тихая там. Такие красноватые такие цвета, закатные немного. Ну вот погода какая-то сегодня в дымке какой-то. Я тут достал фотоаппарат, фотографировал, вон красота какая, лучи такие красивые там сзади. А здесь, в сторону зеленого угла, вот такая вот красота. Вон сопки такие в тумане, тоже интересно.